свою беду по весеннему по льду. Обломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, а за острые края задержалась, а за острые края задержалась. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео. В этом видео я продолжу разбор песни Владимира Высоцкого «Я несла свою беду». В предыдущем видео я показал, как играется вступление. Давайте вспомним, на чем мы остановились. На седьмом ладу у нас было баре, мы сыграли. И на второй струне, получается, это была последняя нота на второй струне на восьмом ладу. Шестая со второй, шестая на седьмом, вторая на восьмом, потом вторая на седьмом, на восьмом, первая на седьмом, вторая на седьмом, вторая на восьмом. И дальше у нас идут открытые струны. Два раза, значит, шестая с первой сначала, потом третья, вторая, первая, вторая, третья, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И дальше у нас идет вот такой переборчик. Я несла свою... Ну, лучше все-таки зажать аккорд ЕМ, чтобы можно было чередовать басовые струны. ЕМ – это пятая, четвертая на втором ладу, ми минор. И мы здесь уже начинаем петь. Сыграли два раза. Я несла свою беду. Играем два раза аккорд ЕМ. Раз. Ну и здесь мы уже поем. Играем шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Вот такой переборчик, шестерочка. Можно чередовать. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Я несла свою беду. Дальше аккорд H7, си минор, септаккорд, четвертый на первом, пятый, третий, первый на втором. По весеннему, по H7 мы играем только один раз. Пятый, третий, вторая, первая, вторая, третья. Вот это один раз. И опять ЕМ. Льду, облом... Потом ЕМ опять один раз. Дальше играем E7. Обломился лед, душа. Абар. Е7 – это у нас третья на первом, пятая на втором. Можно еще вторую на третьем добавить. Этот аккорд Е7 мы играем два раза. Обломился лед, душа. Абар. Шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Идем дальше. Аккорд ля минор. АМ оборвалась. Итак, ля минор. Вторая на первом, четвертая, третья на втором. Играем пятая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Потом можно добавить еще к этому ля минору пятую на третьем и сыграть. Все остальное оставить, сыграть пятую на третьем. То есть сыграть пятую открытой сначала, потом пятую на третьем. Оборвалась. Дальше у нас идет H7. То есть АМ мы сыграли два раза. Камнем под воду пошла Аби. H7 мы его играем два раза. Раз с пятой струны и два с четвертой. Дальше ЕМ, а беда хоть те же. ЕМ играем один раз, потом С один раз. Ла. Еще разок. А беда хоть тяжела. С это до мажор, вторая на первом, четвертая на втором, пятая на третьем. Играем его один раз. Беда хоть тяжела, а за... И дальше АМ. Острые края... АМ один раз. ЕМ один раз. Я
сзади H7 один раз, ЕМ один раз, и повторяем АМ один раз, А заострый, ЕМ один раз, H7 один раз, ЕМ два раза. Ну вот и все аккорды. Осталось их повторить. Ну и сам переборчик, я думаю, несложный. Давайте все повторим. Е, значит, ЕМ два раза, H7 один раз, ЕМ один раз, E7 два раза, АМ два раза, H7 два раза, ЕМ один раз, С один раз, АМ, ЕМ, H7, ЕМ, и опять АМ, ЕМ, H7, ЕМ два раза. И здесь начинается второй куплет, его мы играем абсолютно на тех же самых аккордах. Еще разок. Можно еще эту песню играть вот так вот, ударами вниз по три. Раз, два, три, раз, два, три. То есть по всем струнам. Я несла свою беду по весеннему по льду. Обломился лед души, оборвалась камнем под воду. Ну, либо переборчиком. Итак, еще разок пройдем аккорды. ЕМ, H7, ЕМ, E7, АМ, H7, ЕМ, С, АМ, ЕМ, H7, ЕМ. И повторяем АМ, ЕМ, H7, ЕМ. Я несла свою беду по весеннему по льду. Обломился лед душа, оборвалась камнем под воду пошла. А душа хоть тяжела, а за острые края задержалась, а за острые края задержалась. С аккордами все. Ну, самое главное, в общем, когда вы будете играть это арпеджио, желательно все-таки чередовать басовые струны. Арпеджио шестерка, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Даже когда ЕМ, например, играете, сначала шестую струну сыграть басо, потом пятая. Когда играете по очереди, так будет красивее звучать. И запомнить, какой аккорд с какой струны играется. ЕМ всегда с шестой, H7 с пятой, С с пятой, АМ с пятой. Ну, вот вроде бы как и все. Вот. Больше тут ничего такого сложного нет. Во всех куплетах все те же самые аккорды будут дальше. Ну и, как вы поняли, в каждом куплете последние две строчки повторяются. Или это вообще даже одна, по-моему, строчка. А за острые края
последняя строчка у каждого куплета, она повторяется два раза. Вот такая форма исполнения. Вот. Ну, теперь вам остается просто это все запомнить, выучить слова и потихонечку все это отрабатывать. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, у вас обязательно все получится.